За минувшие сутки в Югре подтвердили 237 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. Лидирует Сургут, здесь заболели 97 человек. В других городах случаев значительно меньше, 22 в Нефтеюганске, 20 в Югорске, 15 в Когалыме, 12 в Ханты-Мансийске, 11 в Нижневартовске и 10 в Нягане. В остальных городах и районах за сутки прирост меньше 10 человек. Таким образом, с начала эпидемии в Югре зарегистрировали 5210 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки излечились 220 человек, а за весь период пандемии вылечились 2462 югорчанина. Также стало известно, что COVID-19 подтвердился у ранее скончавшейся жительницы Сургута. Женщине было 73 года, это уже 31-й летальный случай с начала эпидемии.